В Тюмени проживают 3408 ветеранов Великой Отечественной войны. Большинство из них – труженики тыла. Ко Дню Победы каждый получит единовременную денежную выплату из областного бюджета в размере от 2 до 5 тысяч рублей. Также для ветеранов предусмотрены более 300 оздоровительных путевок на 14 дней в центр «Красная гвоздика». Подготовку Тюмени к 9 мая обсуждали депутаты городской думы. Мы готовим подарки. Мы запланировали в бюджете средства для проведения ремонта в их квартирах. И, конечно же, 9 мая постараемся отметить этот замечательный праздник. Со слезами на глазах, но это праздник. И обращение к руководителям учреждений, предприятий нашего города о том, чтобы они активно поучаствовали в финансовой поддержке в рамках благотворительного счета «Победа». Только в 2018 году более 300 граждан нашего города обратились и оказали помощь по тем направлениям, которые связаны с приобретением бытовой техники, каких-то ремонтных работ. Эта работа продолжается и в этом году она также ведется.